Продолжаются заседания так называемого суда по делу заместителя председателя Межлиса Крымско-Татарского народа Ахтема Чайгоза. Его обвиняют в организации митинга под стенами Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014-го. Подсудимого в зал суда вновь не доставили. В деле появился новый прокурор Анастасия Супряга. Предыдущий Сергей Домбровский ушел в отпуск, но документы о допуске нового прокурора не предоставлены. Ходатайство адвоката Николая Полозова об отводе нового прокурора Апелляционный суд отклонил. Заслушали показания так называемых потерпевших. Это член крымского казачества Владимир Ланцедов и народный ополченец Максим Тракнов. Что характерно, ни один, ни другой потерпевший не знали о целях митинга. Что-то в общем по телевизору они слышали, знали, что идет нагнетание обстановки, но конкретно что должно было происходить в Верховном Совете и с какой целью они там собрались, они не знали. Оба подтвердили, что на митинге были и Аксенов, и Чубаров. Тракнов сказал, что слышал, что и Аксенов, и Чубаров через громкоговорители призывали участников и одного, и другого митинга к спокойствию. Мы заявляли ходатайство об объявлении перерыва для предоставления прокурору возможности предоставить суду необходимые документы. В этом ходатайстве нам было отказано.